Еще есть такая примета, ну, ее как бы толкуют по-разному, вот и за столом, или так вот, упал кусочек. Вот, ну, допустим, где мой бутерброд, упала колбаса, или прямо бутерброд полностью упал на пол. Значит, некоторые подбирают и едят. Но вот старые люди этого делать не рекомендуют. Нужно, как они говорят, что коли он упал, это не кто там, говорят, кто-то спешит. Ну, спешит это ложка, вилка и все остальное. А когда кусочек хлеба упал или кусочек маслица упал, это кто-то голодный. Значит, этот хлебушек нужно отдать, в лучшем случае это животному отдать, но не подбирать и не доедать. Вот так старые люди говорят, и, наверное, они правы. То, что упало, значит, кому-то оно более надо. И нужно отдать животному. Ну, а хлеб, конечно, в мусорку никуда не надо выбрасывать. Лучше возле мусорного бачка положить, подает какое-то животное, его съест.